Порой жизнь окрашивается в черный цвет. День кажется ночью. На сердце грусть и пустота. Но жизнь — это самый чудесный подарок. И даже в самую темную ночь находится звездочка, чтобы осветить нам путь. Она знает, что ты здесь? Я не успела ей сообщить. Тогда же лучше, потому что доктор Крюгер... Соня... К несчастью, у меня дурные вести. Что с моей Марисой? Мариса серьезно больна. Нет. Нет, я сейчас умру. Нет, нет, нет. Только не это, не говори, так даже не думай. Я взял на себя смелость пригласить доктора Крюгера. Мы не можем терять время. Нет. Только не волнуйся, хорошо? Доктор Крюгер, прошу вас. Доктор, не бойтесь сказать мне правду. Диагноз подтвердился, у Марисы приступы паники. Это болезнь психосоматического происхождения. Это очень страшно, излечимо. Я не хочу вас пугать, но обычно пациентам не позавидуешь. У девочки беда с головой. Перестань. Как ее спасти? Во-первых, больным необходимо постоянно чувствовать поддержку. Не оставляйте ее одну. Сеньора, вы уверены, что справитесь? Конечно, справлюсь. Алло, Пеппа. Пеппа, устрой мне встречу с продюсером. Живо. Без тебя группа ничего не потеряет. Тише, вы оба остаетесь. Фелиситас хоть поет. Заткнись, болван. Это больше не повторится, правда? Правда, да. В гробу я его видела. Господи, а с тобой-то что? Нико, я тут лишняя. Ты шикарно поешь. Вику поет во 100 раз лучше. Нам нужна ты. Фелиситас, ты заслужила это место. Не хнычь. Послушай, Вико, докажи своим подружкам, чего ты стоишь на самом деле. Не надо ничего доказывать, это секрет, и он умрет здесь. Я молчу. Да, конечно, но есть люди, которым можно довериться. Я тебя прибью. Тише, тише, хватит. Она уже час так сидит, не бегает, не прыгает, даже не отжимается. Дело серьезное. Тяжко, когда у тебя никого нет и не с кем поругаться от души. Что делать? Надо ее как-то растормошить. Давай придумаем что-нибудь веселое. До выступления еще куча времени. Идем. Вставай, Лухан. Ты как дохлая муха.
Какие у нас планы на день? Я предлагаю отправиться. Да хватит прыгать. Из вас никудышные спортсмены. Я и так подчиняюсь. Спасибо. Пеппа, где щетка? Тебя уже час дожидается косметолог. Выпроводи ее. У тебя кожа сухая. Выпроводи. А массажистка? Тоже гони. Может, представление тоже отменить? Нет, я сама. Ты рехнулась? Я лишь одного хочу. Быть поближе к моей девочке. Ты здорово поешь. Мне пора идти. Нет, не уходи, не оставляй меня. Мне так хорошо с тобой. Мне тоже. Но я должен идти. Ладно, пока. 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 Я просижу тут выходные одна. Только не надо меня шантажировать. Я все равно не поддамся. Это не шантаж. Просто я раньше никогда ни по кому не скучала. Что ты со мной сделал? Даю слово. Завтра мы весь день будем вместе. Хорошо. Я буду ждать. Да? А как? С нетерпением. А где? Хватит. Пока. Мама, какие новости ты спешила мне сообщить? Я иду учиться. В твоем возрасте? В любом возрасте можно получить профессию. Да, но тебе уже скоро на пенсию. Я не думала, что ты такая ретроградка. Учеба открывает перед людьми новые горизонты. И что ты выбрала? Социологию. Знаешь, что меня радует? У меня есть цель. Я вышла замуж совсем молоденькая, отказалась от жизни. Не повторяй моих ошибок. Хоакин хочет пригласить тебя в город. Вы прекрасно проведете время. Куда вы собрались? Полетать. Нет, ни за что. Давай прыгнем с парашюта. Нет, я боюсь, это опасно. Хоакин серьезный, ответственный парень. Он примет все необходимые меры для твоей безопасности. Удачи. Мы не будем вам мешать. Пока. Ну что? Краши не бывает. Быть мной тяжкий труд. Все, я больше не смотрю. Нет, ты лучше любой топ-модели. Правда? Ты тоже сегодня хороша. Не смейся. Гидо упадет замертво к твоим ногам. Нет, я не люблю Гидо. И не люби, просто наслаждайся его обществом и ни о чем не думай. Раз уж ты ничего мне не рассказываешь о новых друзьях, о старых будешь рассказывать все-все-все. Да нечего тут рассказывать. А вдруг вы поженитесь? Мия, перестань, не смущай меня. Помни, мне нужен подробный отчет. Да, пока. Девочки, счастливых вам выходных. У тебя уже есть планы на этот вечер? Конечно, есть. Ты великолепна. Спасибо, дорогой. Я бы еще поболтала, но за мной приехали. Всего хорошего. Привет, Питер. Мия, как дела? Замечательно, но такую влажность давно пора запретить. У меня укладка не держится. По дороге исправишь. Ладно. Ужас. С такой влажностью. Привет. Откуда ты взялся? Немедленно выходи из машины. И не подумаю. Нет. Тогда выйду я. Питер, открой. Не могу, это приказ твоего папы. Либо ты едешь с ним, либо все выходные сидишь в колледже. Это шутка? Не разоряйся. Твой папа срочно уехал в провинцию. Принести тебе поесть. Я не голодна. Мне жалко тебя оставлять. Иди спокойно, я пока приберусь в шкафу. Иду.
Держи, это тебе. Спасибо. Пока. Это от Гида. Он влюбился? Фили, у меня проблемы. Свидание переносится. Целую, твой Гида. Что такое? Ничего, он передумал. Я хочу попробовать новую музыку для нашей группы. Я вернусь через 5 минут. Пока. Я жду. Спасибо. Я сама справлюсь. Не похоже. Почему ты все время огрызаешься в ответ на мои невинные слова и действия? Потому что мне с тобой неловко. Почему? Давай поговорим по душам, все обсудим. Ты прерываешь мои уроки, дискредитируешь меня. Прости, я не хотел. Почему ты не взяли? Потому что мне так хочется. Привет. Как дела? Я опоздал? Нет, ты вовремя. Ну, начнем? Ты принесла диски? Да, это то, что слушают в Европе. Да, это мне знакомо. Я, пожалуй, пойду. Это хит прошлого года, я слышал. Я надеюсь, что ребятам понравится. Без сомнения. Как тут записывать? Ну-кась. Что это? Присаживайся. Сейчас ты все узнаешь. Держи. Я Мариса Пиа Спирито. Клянусь, что Луна и Лухан всегда останутся моими подругами. И никогда никому из нас не будет одиноко. К несчастью, мы не выбираем себе семьи. Но зато мы выбрали себе сестер. Я клянусь. Я тоже клянусь. И я. Подожди! Еще рано плакать! Эту дружбу никто не разрушит, как старый приют. Всегда помните, что мой дом — это ваш дом. Лухан. Спасибо. Держи, Луна. Чикас. Девочки. У меня раньше не было подруг. Я поняла, зачем я оказалась в этой тюрьме. Чтобы встретить вас. Я не знаю, что вы празднуете, но ваша дружба — это дар судьбы. Господи, за что нам это наказание? Мама, ты все испортила! Радость моя! Возьми жвачку, расслабься, заешь свою желчь. Мне будет легче терпеть тебя молчаливого. Мануэль, можно трогаться? Нет, пока она не успокоится. Я не поеду вместе с горластой истеричкой. Ты обещаешь вести себя прилично? Тогда дай руку. Ну, так-то лучше. Трогай, Питер. Нет, нет и нет. Почему вы не берете меня в команду? Я обожаю боулинг. Хорошо, только ты будешь изображать кеглю. У меня прелестная дочка. У нее такой своеобразный юмор. Я передумала, мы остаемся. Как скажешь, радость моя. Во что мы будем играть? Мама, мы уже выросли из твоих игр. Тогда давайте поставим музыку. Веселее жизнь, прекрасно.
Она хотя бы забавная. Да, слава богу, что хоть вечером она занята в театре. Она уедет в театр, а мы в клуб. Мариса, вставай. Давай, давай. Кто включил музыку? Неудачники, которым некуда податься на выходных. Может, у ребят праздник? Иди одна. Я хочу прибраться. Я побегу. Что? Моя одежда. Что случилось? Пусти меня. У меня будет синяк. Кстати, синяки не убрать даже операции. Ты кладезь полезной информации. Как бы я жил, если бы не черпал в тебе жизненно необходимые сведения? Извини, я предпочитаю разговаривать с теми, кому нет нужды черпать сведения. Если бы я знала, что пойду с тобой, я бы почитала о том, как обращаться с обезьянами в питомниках. Если бы я знал, что ты будешь в плаще, я бы захватил с собой зонтик. Идем. Привет, как жизнь? Что новенького? Привет. Ты не с подругами? Нет, она со мной. Мануэль Агире. Агире? Из рода Агире Мендисабель или Агире Мендес? Агире из Мексики. Он сын одного известного политика из Мексики. Другими словами, сын правой руки президента. Твой отец министр? Вроде того. Он вождь мексиканских ацтеков. Идите, девочки, потом поговорим. Непременно. Пока. Пока-пока. Очень приятно. Пусти руку. Век бы тебя не видеть. Вико, что с тобой? Успокойся, только не плачь. Да, я еду к тебе, дождись меня. У Вику беда, бежим в колледж. Ты не веришь? Позвони ей сам. Я не стану тебе подыгрывать, не на того напала. Я не играю такими вещами, позвони ей. Я знаю, как ты ловко манипулируешь подругами. И не хочу ставить Вика в неудобное положение. Идем, хватит упираться. Пойдем, пойдем. Что ты делаешь на площади? Здесь нет парашютов. У меня тут встреча. Посидим, я сейчас. Привет. Как жизнь? Ты принес мой заказ? Спасибо, пока. Теперь все в порядке. Зачем тебе эти таблетки? Как ты узнала? Я вчера подсмотрела. Скажи мне правду. Это анаболики, которые едят спортсмены перед стартом, да? Они же запрещены. Это гораздо лучше. С ними ты прыгнешь с парашюта. Нет, я ужасная трусиха. Послушай сюда. Прими одну штуку. И страха как не бывало. Давай скорее. А я решил, что ты маменькина дочка. Прости. Мы лихо повеселимся. Нет, Хакин, я не хочу. Полицейский смотрит. Что это за таблетки? Ты не пробовала? Нет. Не будь глупышкой. Я даже не хочу пробовать. Но ты же со мной. Я не из таких. Вернись. Побежала к папе? Я не ябеда. Ладно, делай, что хочешь. Ты меня достала. Пока.
Ребята, все в круг, не прячьтесь по углам. Выше голову, красавица. Я кому сказала, танцуют все. Танцуют все. Идем, красавчик. Нет, мой хороший, или танцуй, или я объявлю тебе выговор с занесением. За пренебрежение к коллективу. Ну-ка, веселее. Ребята, у нас новенький. Солнце мое, что ты устроила? Детка, я тебя обожаю. А я тебя нет, прощай. Я сегодня не могу на нее сердиться. Учитель, Лулу, все сюда и никаких отговорок. Я вас отпущу, когда закончится наша вечеринка. Давай, покажи класс, ну давай. Соня, на твое имя прислали коробки. Это наш обед. Идем к ребятам, давай скорее. Ничего, что ты не умеешь танцевать. Ты угадала, я действительно не умею танцевать. Это не важно, я тебя живо научу. Ребята, наши планы меняются. Слушайте меня. От этих мальчишек одни неприятности. Да-да-да. Давайте устроим конкурс. Кто не участвует, тот не ест. А сейчас каждый берет себе в пару того, кто стоит сзади, не глядя. Ты умеешь танцевать? Более-менее. Si puedes tú con Dios hablar. Маркос, посиди со мной. Спасибо тебе. Спасибо? За что? Твой телефон спас мне жизнь. Лухан у меня отняла. Поболтаем? Давай. Спасибо, что снял бойкот. Прости меня, если я тебя обидел. Но меня задели твои слова о моем брате. Прости. Тебе лучше? Да, значительно. Ура! Я в туалет. Будь добр, отпусти мою руку на 3 минуты. Я скоро. Вернись в зал. Иди, прошу тебя. Там жарко и скучно. Не ври. У тебя слюни текли, когда мимо проходили манекенщицы. Просто рядом не было ничего интересного. Мне нужно в туалет. Ты меня проводишь, да? Да. Постою под дверью, послушаю журчание, поразмышляю. Тебе не знакомы хорошие манеры? Заочно. Нет, можешь даже не волноваться. Хоакин славный парень. Нет, сейчас его нет. Он в городе с моей дочкой. Да, может, скоро мы станем родственниками. Нет, я серьезно, твой парень просто блеск. Ты не шутишь? Да, конечно, я понял. Нет, нет, я готов вести с тобой дела, какие угодно. Нет, что ты? Зачем же по телефону? Говори, где и когда мы встретимся? Вико, возьми себя в руки. Не плачь. Тут жуткие пробки, я скоро буду. Дождись меня, я уже еду. Целую, давай, пока. Тебя послала мне сама судьба. Помоги мне избавиться от мексиканца. Я бы за таким на край света. Я тоже, но это долгая история. Это правда, что его отец вождь мексиканских ацтеков? Нет, он просто неудачно пошутил. Он прелесть. Его отец большая шишка. Поговаривает, что ему обеспечено президентское кресло в Мексике, представляешь? Нет, боже мой. Из меня получится первая леди? Ты создана для этой роли. Радость моя, тебе не жалко делиться таким парнем? Увидев тебя, он перестал обращать на меня внимание. Все его разговоры только о тебе.
Ты это серьезно? Серьезнее не бывает. Как его закадрить? Я тебе объясню. Тебе и надо-то всего... Поняла? Я так и сделаю. Твоя мама лучше всех. Еще одно слово, и у меня начнется приступ паники. Тебе страшно? Ты вся вспотела. Нет, мама, я сухая, как видишь. Какая жалость. Тебе пора в театр. Представляешь? Сюрприз. Я отменила сегодняшнее представление, чтобы провести вечер с моей ненаглядной доченькой. Моя девочка. Какая неожиданная встреча. О, да. Да? Кто бы мог подумать. Тебе весело? Да, очень. Здесь шикарно, бесподобно. Я буду в зале. Приходи. Да, да, спасибо. Тогда до встречи. О, боже. Я так и знала, что этим закончится. Я подвернула лодыжку. Все обошлось? Нет, я не могу ступить на больную ногу. На таких-то каблуках? За что мне такое невезение? Ты не проводишь меня в кафе? Да, конечно. Черт, я уже должна быть в клубе на сцене. Я до сих пор нянчусь с моей мамашей. Спаси меня. Ну как? Не знаю, думай. Мариса, можно тебя на минутку? Лухан, могила. Это... Ты поняла о группе, да? Ну что случилось? Это же секрет. Да, но... Рассказывай, что там опять? Я не пойду. Прости, у меня депрессия. Это шутка? Не смешно. Нет, это всерьез. Ты дала слово. Если откажешься, я притащу тебя в клуб за волосы. Детка? Мама, ты как всегда вовремя. Лухан только что посетила прекрасная идея. Устроить вечеринку в пижамах. Пригласить к нам девчонок, чтобы они послушали твои замечательные любовные истории. Вообще-то у меня... Ну, конечно, я согласна. Тогда я сбегаю за подружками. Я тебя жду. А ты принесешь подушки, чтобы сидеть. Любовные истории. Я должна произвести тщательный отбор, чтобы не оскандалиться. Да. Да, я помню. Нет, это не пойдет. Мы уже обсудили проблемы Хакина. Вспомним о нас. Давай ближе к делу. Что за бизнес ты мне предлагаешь? Это деликатное дело, но весьма выгодное и перспективное. Мы создадим фонд. Какой? Фонд совершенствования образования. Да, для преподавательского состава? Нет, учредители не учителя, а воротилы бизнеса, которые хотят иметь оборот денег. Понимаешь? Да, да, разумеется, пока все ясно. Марсель, через фонд мы будем отмывать большие суммы. И каково происхождение этих... Марсель, ты меня удивляешь такими вопросами. Это бизнес и точка. Да или нет? Я пошутил. Я так и понял. Ты согласен? Да, конечно, согласен. Этим людям необходим законный фасад. Любой фонд может поглотить астрономические суммы на несуществующие расходы. Но ты только представь, лекции светил мировой науки, конференции, семинары, издания книг, учебников. На ниве образования можно сколотить крупное состояние. Ну, ты знаешь. Да-да. А каково мое участие во всем этом? Поначалу тебе ничего не придется делать. Ты выделишь нам место на территории колледжа для строительства офиса будущего фонда. С этим не будет никаких проблем. Я легко добьюсь разрешения на благое дело. Я прошу тебя о сдержанности. Да. Это для поддержания духа. Это поддержит кого угодно.
Я очень рад. Мне придется уехать, так что встретимся на будущей неделе, обсудим детали. Договорились? Да, конечно, как скажешь. За успех. За успех. Буфет уже закрыт? Если ты голодна, пойдем перекусим. Ты следишь за мной? Да, то есть нет, я хочу тебе передать. Тебе письмо пришло еще вчера, но я забыл. Конкурс хореографии? Да. Я послала заявку на мужскую группу. И что? Это ответ. Их приняли. Да, я очень рад. А это? Что-то не так? Нет, я сама разберусь. Я тоже голоден. Пойдем в кафе. Меня пригласил учитель экономии. Карлос? Пока. Еще рано, а уже столько народа. Да. Что с тобой? Куда подевались ребята? Они придут все разом. Дай бог. На вас приятно посмотреть. Папа, остынь немного. Я говорю, что думаю. Сегодня у вас состоялся забавный разговор с раввином. Мы беседовали о Ника. Я сказал, что горжусь таким сыном. И раввин меня поддержал. Папа, послушайся меня хоть раз в жизни. Сядь и расслабься. Зачем мне садиться? Мне и тут неплохо. Твой отец спас мне жизнь, когда пригласил на эту работу. Это было здорово. Я спасибо рада ему. Вон Пабло. Он славный парень. Самый лучший. Кажется, я влюбилась. Всю неделю жду выходных и встречи с ним. Наша вечеринка в пижамах удалась на славу, правда? К счастью, у меня нашлись фотографии. Да, я здорово придумала. Мариса что-то задерживается, ты не находишь? Она давно ушла. Я тебе признаюсь, только не сердись. Она не придет. Что? Ее ждут в другом месте, и я дала клятву, что никому не скажу. С кем она? Одна. Одна? О, Боже! Марисе нельзя быть одной. Что делать? Луна, ты знаешь, где Мариса? Да? Детка, ты мой ангел-хранитель. Только я тебе не скажу. Мариса больна. Да нет. Понимаешь, доктор уверяет, что Марису ни на минуту нельзя оставить одну. Да с ней все хорошо. Это она так думает, но доктор придерживается иного мнения. Вдруг с ней что-то случится. Не будем терять времени, поехали. Поехали за ней. Вика, я уже близко. Не переживай, я скоро буду. Да, пока. Какая встреча? Ты здесь откуда? А ты откуда? Я объяснила, но ты не поверил. А ты сама-то себе веришь? Я пыталась решить дело миром, но ты не захотел. Нет, никакого мира не будет. Ты едешь со мной в одно место, потому что я дал слово твоему отцу и сдержу его. Никуда я с тобой не поеду. Еще как поедешь. Я не люблю незнакомых мест. Оно тебе знакомо, и ты платишь, раз уж провинилась. Я не хочу. Садись в такси. Еще один. Я жутко волнуюсь. Спасибо. Поставь микрофон ближе к краю. Там он будет фонить. Кем ты себя вообразил? Здесь ты никто, так что поменьше гонору. Алло, Пабло, это я. Ты где? Я с приятелями, а что? Мы с мамой едем на ужин к меценату, который платит за мою компанию. Он хочет познакомиться с нашей семьей. Нет, я сейчас не могу. Друзья не отпустят. Пабло, это приказ. Бросай все и приезжай. Пабло. Пожалуйста, выслушай меня, я не могу. Нет, я не могу сказать тебе, где я, и не могу к тебе приехать. Пабло, не будем ссориться.
Томас, у нас с Пабло романтическое свидание, которое растянется до утра. Алло, ты слышишь? Погоди-ка, эта девица случайно не Спирита? Да, она приняла тебя за Томаса. А, наша бунтарка у тебя в кармане? Я тебя поздравляю. Почему ты скрыл, что ты с ней? Ну да видишь ли, можешь ничего не объяснять, оставайся с ней. Развлекайся, покажи, на что ты способен. Забудь о моей просьбе, пока. Он ее обломал. Пилар, ты здесь? Да, мама. Идем домой, я заканчиваю работу. Как там Хайкин? Как себе? Тебе с ним не весело? Привет. У меня есть сюрприз. Что у меня тут? Норковая шубка не влезет. Нет, но билет на самую дорогую дискотеку города здесь прекрасно поместится, верно? Кто тебе подарил? Я сам его купил. Ты сказала, что я не умею зарабатывать, но я тебя разочарую. Как ты заработал? Это секрет. А ты отвечай, как там Хайкин? Так себе. Так себе? Сделай над собой усилие. Мы с его дядей начали совместный бизнес. Тебя противно слушать. Да, папочка, слушаюсь, папочка. Не надоело тебя спасать? Я тебя не просил. Не ори. Мануэль, ты с ней? Он мой тюремщик. А ты откуда? Кто ее привел? Это же наш секрет. У меня не было выбора. Феликитас, что ты тут делаешь? Пою. Нет. Сюда ходит вульгарная публика. Оглянись вокруг. Я тут спела однажды, но лишь ради шутки. Я бы не пришла, но Гида меня бросил. Как это бросил? И ты переживала из-за Гидо? Тебя не спрашивают. Гидо болван, забудь о нем. Я что-то сделала не так, и он меня бросил. Можешь смеяться. Не буду, ты ни в чем не виновата. Гидо был с тобой по принуждению, ясно? Я его не принуждала. Не, это ты его ко мне послала. Я набью ему морду, и он больше к тебе не подойдет. Почему вы вечно лезете в мои дела? Почему вы вечно лезете в ее дела? Кто бы говорил, только не ты, радость моя. Я действую прямо, а ты втыкаешь нож в спину. Я постараюсь где-то спрятаться. А ты разведай, как она себя чувствует, хорошо? Я? Конечно, ты иди. Луна, ты откуда? Не бойся, я не к тебе, а к Марисе. Она здесь? Это же секрет. Она мне как сестра. Нее мне тоже сестра. В семье не без урода. Ребята нас ждут. Где Феликитас? Сбежала. Что? Ребята, публика нервничает. Идите на сцену. Нет, на меня не рассчитывайте. Я пойду искать Феликитас. Мы пропали. Я не умею петь. Споем втроем? Нет, чтобы никаких трио. Мы заключили контракт на четверых. И вас ждут серьезные неприятности в случае его невыполнения. Я не пережил нового скандала.